покажет всем Шишкин лес. Может стать чудесным день и без чудес, может стать добрее мир для людей, если станем мы немного добрее. Добрый день, Алла Николаевна. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Рада вас видеть. Как поживаете? Спасибо, вроде все хорошо. Только вчера у нас такое случилось, такое. Ну ладно, Шунечка, что ты, ничего страшного не произошло. Небольшие бытовые проблемы, и мы с ними справились. Справились? Да. А что все-таки произошло? Да вчера вечером был такой сильный ветер, у нас в доме погас свет. И мы целый час просидели в темноте. Ну, Шунечка, вот ты преувеличиваешь. Еноточ опытный мастер, он быстро все починил. Да? Но нам с Коксиком Зубком показалось, что мы очень долго сидели в темноте. И мы боялись. Ну, не стоит бояться темноты. Особенно, когда рядом верные друзья. Ну и, конечно, на всякий случай нужно иметь фонарик. Фонарик у нас есть, но он понадобился Енотычу, чтобы устранить неполадки. Тогда давайте сделаем комнатный фонарик, чтобы, если такое повторится, вам не пришлось сидеть в темноте. Давайте, давайте. Сами сделаем! Как здорово! Ну, конечно, конечно. Это будет, несомненно, нужная вещь в доме. Давайте фонарик сделаем из картона. Давай. Возьмем лист серебристого картона и вырежем из него 5 одинаковых квадратиков. Вот таких. И что же с ними делать? Их нужно склеить, да? Нет, Шунечка, мы будем украшать их резными узорами. Для этого возьмем один квадратик и нарисуем на нем разные фигурки. Треугольники, полукружья и лепестки. И вырежем их. Ах, но такой тонкий узор будет очень трудно вырезать. Да, такой узор ножницами будет вырезать сложно. Но мы используем вот такой инструмент. Ой, а что это? Это канцелярский резачок. Им очень удобно резать картон. Только сначала нужно подложить дощечку, чтобы не поцарапать стол. Осторожно вырежем все фигурки нашего узора. Вот так. Очень просто. А как аккуратно получается. Теперь этот квадратик нам послужит шаблоном. И мы переведем с него узор на остальные квадраты. Вот так. И все получаются одинаковыми. Как здорово. Вот теперь их, наверное, можно склеить между собой. Нет, мы будем их сшивать серебристой ниткой. Сшивать картон? А каким швом? Петельным. Вы помните, как это делается? Конечно, стежки прокладываются вниз, а игла пропускается через петельку. Совершенно верно. Стежок вниз, игла в петельку, чтобы получилась перекладинка. И еще. И еще. И так мы сшиваем все края наших квадратиков. Замечательная получается фигура, напоминающая звездочку с резными гранями. Ой, как необычно. Да, здорово. А что теперь? А теперь смажем края нашей звездочки клеем.
и приклеим ее к музыкальному диску. Любопытно, вот любопытно. А вам, Алла Николаевна, диск не жалко? Не жалко. Этот диск пришел в негодность, но он такой красивый, и мне жалко стало его выбрасывать. А теперь он пригодился. А фонарик уже готов? Не совсем, Шунечка, ведь он должен гореть. Да. Сейчас поместим в него греющую свечу. Свечу? А это не опасно? Нет, не опасно. Смотрите, свеча залита в металлическую чашечку, поэтому воск не растекается, а пламя остается внутри. Но нужно помнить, что поджигать свечи можно только в присутствии взрослых. Мы помним, помним. Да, да. И никогда не берем без спроса спички. Молодцы. Ну вот, теперь наш фонарик готов. Да будет свет. А как красиво. Спасибо вам, Алла Николаевна. Ах, как светло и радостно. Да. Спасибо, тетя Алла. Пожалуйста, мои дорогие, я всегда рада вам помочь. Ну, а теперь нам пора прощаться с ребятами. Да-да-да. До свидания, мальчики и девочки. До встречи, друзья. Всего вам самого доброго. Храни вас Господь.